ну, такой вот фотоальбом. Ну, если аккуратненько лезвием, то размер фотографий стандартных 10 на 15 сюда не годится. Всем привет, друзья! Очередная посылка из Поднебесной. Открываем. Так, а это пришел подарок на Новый год нашей семье. Вот такой вот фотоальбом. Очень интересный. Смотрим. Вот в такой коробке он будет, да? Ну, размер фотографии, единственное, что для него. А, они, то есть, вот так и так вставляются. Ну, вот так, допустим, ее можно как-то вставлять. Как? То пока не получается. Ну, вот так. И все. Ну, руки у меня вроде не, но что-то получается. Фотку только погнули. Это просто, ну, размер фотографии другой. То есть они меньше должны были быть. То есть на вот таком размере еще меньше надо печатать. То есть две фотки на вот такой. Ну, либо подрезать. Давай здесь вот в конце попробуем подрезать. Чтоб вот так она, да, вставала. Или отрывать. Ну, китайцы, ну, блин. Да читал я размер. Ну, если аккуратненько лезвием подрезать, то даже очень неплохо тогда должно получиться. Как-то так. Счастливый каждый день. Альбом называется. Вот такой вот обзор, друзья. Не знаю, покупать или не покупать, решайте сами. Ну, размер фотографий стандартный 10 на 15 сюда не годится. Ссылку оставлю в описании. Всем спасибо, всем пока.